Давай оденемся. Лём. Идём на пятницу. Обухаемся. Ты, блядь, с таким видом на вот этот ушка, блядь. На вот этот корпус. Цукор, блядь. ЖК 7 континента, любись. Прошадный ряд, блядь. Консьержа, баба. Ты бы тихо заходишь на маму. Деньги зря платим, я не маму. Осуждаю. Не боялся, нет. Давай себе, это что? Это не мое. Клянусь, мама, не мое. Держи я один. Это Эдика. Шоколад нам такие вещи не красят, нас, знаешь. А если застегнуть, то все будет. Ну, ничего не изменится. Чма, нормально? Да, блин. Мне кажется... Именно знаешь, вот ты на кого похож, того рот. Знаешь то, что вот в Турции вот этот есть рынок? Я был сейчас. Мне кажется, да, одежду невозможно быть настоящей. Вася, усы на голове пишут. Не могу до них обратно дозвониться. Ты за***й включи. Просил, Сма. Ты ему сперва напиши, чтобы он этот... Алло, брат. Брат, здесь люди, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Мариф. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Братья, они знают. Да, все. Альфредо, брат. Да. Ты знаешь, на кого похож, брат? На Бастамаху, на Лепреконе. Нет, Антошка, знаешь, Антошка, вот такой пацан был. Из мультика. Антошка. Который деда лопатой убил. Прибил. Антошку я не знаю, но ебут вас там стоят, знаю. Брат, 7 тысяч человек пишут. Где хайп? Мы сейчас Равшана из-за этого в***ем. Они меня достали уже, брат. Они в смысле за Равшана я едут? Я им говорю, я что, в хайпе работаю, что ли? Он уже меня разбудил, чтобы я защищал его перед дверью. Сейчас не в эфире, да? В эфире, вот. Вот, чертоги. Я же предупредил. Вот. А, Марис, ну знаешь, что кажется? Мне говорит, мне кажется, Равшан из Литвина хочет оставить, к нам чисто пойти. Опа. Да, я к Марифу, на самом деле, я к Марифу хочу подтянуться, понял? А что, а я что? Я ну, думал, видишь, я к Марифу потянется, через него на тебя выйдет, брат. Я думал, он... Ты просто его не был, он через меня на тебя ходит. Почему над моей не посмеялись, над моей посмеялись? Чё, охуенно? Ты над моей не посмеялся, над моей посмеялся. На дорожку поставить. Хуй, дороже, после реальности дороже не можем поставить. Мы твою тему поняли. Ты через Литвина хотел на нас выйти, да, короче? Брат, ты как это раскусил эту схему? Там и был план Б, короче. Слышь, ты чё? Бля, как он же? Я прихожу, вот приду на 1 числа туда к вам, братья. Один вопрос. Да, брат. Брат, за меня болеть будешь? Конечно. Я ему выздоровел. Алло, я меня слышно? Конечно, за Марифа, а за кого мне? Ты за меня, брат? Болеет? Конечно, я второго даже не знаю, брат. Мужчина, смотри. Маля, скажи там же, пацан. Равша, ругайся, дурак. А сейчас записывай, да, что ты? Да, вот он. Не за ним пришли? Слышишь, Равша? А. Ну что, хайп реалити, твое мнение просто. Бомбы? Мы уничтожили вообще эту индустрию. Конечно, брат, конечно, да, ты когда не уничтожал? Скажи. Даже, блядь. Скажи мне, вот я сам не понимаю, зачем я это сделал? Я слишком переборщил. Брат, больше не делай, пожалуйста. Что это сейчас реалити? Мне же вообще пофигу, понял? Я 4-й реалити уже сделаю, да? Брат, единственное замечание есть одно по реалити. А? Одно замечание по реалити есть только. Не вовремя выходит всегда, понял? Опаздывает. А можно это замечание? Замечание это можно вот так вот решить? Как? Вот так. Я не вижу, ты камеру выключил. Вот так, все видно? Нет, камера пользователя выключена, Альфредо, аудиторы. Аудитор. Альфик не мог так сделать, сейчас подожди. Сейчас видно? Нет. Подожди. Друзья, здесь кабахода конференция проходит, и вот люди зала пишут замечания по поводу телеграмма тоже убрать надо. Сейчас нас видно, это важно, чтобы нас видно было. Брат, клянусь, перезвони. Давай я перезвоню тебе сейчас. Или в телеграмме позвони. Давай, перезвони. Нормально, брат, ты тоже профессионал. Брат, ну когда тебе здесь позвонит, ты ему позвонишь, я тебе скажу.
сабр прояви, выйди. Выйди, выйди, у них тоже багрится. Почему у них не показывают, что я им звоню? Ты что, ебанутый? Что было? Что, курс тебе вышел, что ли? Свистеть надо, не пердеть, брат. Ну, он же в сыщ не вышел. Ладно, Марифу звоню, у него интернет лучше. Правда, я никому не могу дозвониться. Я не могу звонить. Я хули подкинулся. Посмотри на мой вид, вас, я постарел. Отопление включилось подпольное? Посмотри, кто, вот умоляю, вот, хорошо, смотрите, друзья, мне нужен ваш совет. По-любому у кого-то из вас есть вот такой подогрев пола. Как его включить? Ну, типа температуру поднять. Вот видите, я вот эко. О, да, начал подниматься. Подожди, секунду, скажите, секунду, скажи, подпольное отопление включаем. Скажи, умоляю, секунду. Скажи, здесь тема. Брат, смотри, как он хочет исправить это. Да ну нахуй. Это сколько? Покажи, мы посчитаем. Я сам не знаю сколько. У меня просто приносится. 4 миллиона там, брат. Ну, кидануть в это. Не, больше. Лямов 5 там. В городе мы забираем. 5 миллионов там, брат? Да я не знаю. Че, ключ не знаю. Мы не считаем деньги. Считаем, просто приносят, закидывают. Я знаю, что у вас Мариф главный, понял? Вы просто притворяете. Брат, они походу вот чукур они. Мариф главный? Да, по-любому. Мариф, блядь, на шахматы фигуры. Блядь, он Байкал, Вася. Он как Байкал говорит. Вот, вот. Понял? У них там Селим есть. Селим и Варталу, понял? А это Байкал. Они смотрят турецкий сериал. Не смотрят? Не. Они вон, брат, смотри, богатые они. Не, так-то у нас тоже есть, брат, у нас 10 тысяч есть. Что, 10 тысяч есть? Да. Короче, сегодня... Поехали, на 10 тысяч? Халал, брат, все, что есть, посмотрите. Они дорого кайфуют, посмотрите. Брат, ну, что есть, тому и рады. Приезжайте в Краснодар. Феррари, туда-сюда, на серьезно. Брат, он дома ходит в Вьетнаме. Или Вьетнам, что это? Витмину, или как назвать это? О, это дорогая футболка? Да. Инструмент. Да. Брат, я первый набра... Я на этого бомжа смотри. Если у него даже спрашивать не нужно, какая-нибудь фирма, футболка сразу, оригинал. Смотри, а бомжу смешно, смотри. Еще он просто. Он наш пацан, бродяга. Все правильно, брат. Брат, как бродяга. Бродяга ветер. Да, ну это ваш уровень. Нас тоже как треснул. Нормально, брат. Брат, я 1 числа приду. Только это, мне охрану надо. Слышишь, Равшан? Да. Равшан, я вот в хайп-реалити не могу, понял, раскрыться, какой я есть, короче. Я всегда хаха ловлю, чморю всех, понял? Запускай стрим, брат. Я вот Марифа чморю, понял? Не могу, короче, так сказать, такой я есть, короче, на реалити не получается у меня, да, Арман? Вот я другой совсем в жизни, понял? Я подхожу ты всех, подожди, подхожу всех вообще... соколюбовую, понял? Не, в жизни он вообще гнилой пацан. Это понятно. Брат, так тебе надо это. Понял, я не могу себя показать настоящим на хайпе. Если бы люди меня настоящим видели, просто скажи, Арман, что было бы. Он хоть никто, но все равно. Арман. Арман, как барба? Значит, оно... Интернет. Скажи, за десять лет со мной. Это у меня 3G поймало. Ты давай под Wi-Fi подключить на хате. Алло, посмотри, у меня интернет бедный был, сейчас я богатый стал. Весь скорился, начал смотреть. Хорошего дня, друзья. Хорошей пятницы. Что происходит? У тебя включился рилс и инста замагалась. Ты включил пол, да? Тепло стало. Тепло стало, да. Я не понимаю. О, я вернулся. Я вернулся к братьям. О, Марф, пи***ет. Брат, без трусов сделай. Брат, ты выглядишь. А ну, Альфредо, сделай тоже так. Брат. Давай. Брат, одень лучше по-братски. Одень, брат. Блин, как он выглядит. Одень.
Брат, а ты уже выстрелил? Они один на один сказали, знаешь, что? Потому что ведь мой футболка четкая, посмотреть просто, и все. Они поэтому... Они поняли? Да, они оригинальные. На их бабки лежат. Вась, на их деньги. А я знаю, где вы живете, знаешь? Я вас видел. Да? Да, в соседней двери, кстати. Что ты испортился? В соседней двери. Ну, он сильно заводит, знаешь? Брат, я 1 числа, когда приеду, можете охрану дать мне? Давай, брат, 1 января мы тебя ждем. Января? Ноября. Вип-место тебе сделаем четко, как близкому. Ну, не разочаруй меня. Хорошо, мне там просто будет, на меня там будут все подряд кидаться, брат, мне нужна охрана. Да не будет, брат, накидываться. В вип-зоне сидят, понял, серьезные типы там. Какой-то может министр Чечни сидеть, какой-то может там сын кого-то, понял, сидеть. Там Тамаев сидит, Тамаев там же сидит, рядом с Тамаевым будешь. А, да? Да. Твоим братом, брат, рядом будет сидеть. А, тебе тут деньги принесли, брат. Брат, а этот, там Байра будет, я боюсь этой темы. Байра, кто? Он же поклялся меня ударить, когда увидит. Байра бой будет готовиться, вон там ты на вид месяц. Это, братья, давайте мы сейчас в мяту пошли. Брат, а выпуск выйдет сегодня? Байру секундировать будешь? Я Раху буду секундировать. Брат, последний вопрос, последний вопрос. Если разрешат, я... Если разрешат, я выйду секундировать. Давай. Я с Рахой поговорю. Это чисто из-за тебя вот через полчаса выйдет, брат. Да, брат? Смотри, вот да, сейчас Марин, ты не должен был нам закапывать, брат. Просто раз уничтожил зал свой. Смотри, не должен был ты сейчас, брат. Давайте через 10 минут. Давай через 10 минут. Да не можем, не можем. Сори. Брат, что-то я не верю, знаешь. Ты когда с нами увидишься? Ты там с этим хохолышь, у вас там не смешно вообще. Вы даже не знаете, что такое юмор. Мы с Марифом вас юмору научим. Мы с Марифом научим. Скажи одну фигуру, скажи, звонит в проверку. Они с этим двигались, с этим же в тюрьме, понял? Сейчас они туда же попадут. Дай бог, брат. После этого с Рошаном стрёмно двигаться. Да, Рошан уже вообще двигается. Слышишь, Литвин Линкаранский уже получился. Ты ж на Миша. Пацаны. Этот, как его там? Вот с нами, если двигался, вот это настоящий ха-ха, настоящий юмор, настоящее что-нибудь еще, короче. Ладно, ребят, мы погнали. Давай, брат, давай, тебя обнял. Ассаламу алейкум. Обняли. Бля, какие ужасные. Вась, ты знаешь, Миша, нахуй. Другой-мругой не знаешь. Рошан, другой-мругой не знаешь. Миша, на концу. Капусы очевался. Капусы очевался еще. Конечно. Вышел, знаешь, да? Что? Он вышел. Я знаю, да, ты говорил. Ты что, я здоровый? Брат, ты... Брат, знаешь, почему я, блядь, за тебя переживаю, когда туда пойдешь? Да не доебаться. Да, блядь, доебаться не доебаться. Брат, этот суп тоже уже никто не будет хавать. То, что... Там пацаны выходят, именно уже я понял, как это работает там. После просмотра Чукура я понял, что там у каждого есть, грубо говоря, свой продюсер небольшой. Который колет им, что делать. Без шуток тебе говорю. И если ты где-то скажешь, что ты там будешь, блядь, там будет кол, чтобы просто каждый дебился, блядь, жестко. Один стрельнет, блядь, ты, блядь, не мужчина, блядь. Ты, блядь, знаете, блядь. Брат, если не скажут, что не мужчина, скажут, что в моем мужском занимается, то черт. Все. Он скажет, я сомневаюсь. Я скажу, ну все, братан, давай, салам алейкум. Ну, тоже правильно. Салат и коллаген, пейте, хорошая тема. Совет не вам. Просто один на 200 грамм разбавляйте и пьете. Потом кожа может такая чистенькая, волос молос. Где моя сумка, шма, Louis Vuitton, которую подарили мне давным-давно? Че, Louis Vuitton сумку подарили? Давно. Давай сделаем вот распаковку твоей косметички и моей. Давай. Давай, первая твоя. А где моя? Чья хата? Рената, я потерялся в ней. Где шма? Я что-то... Я твой расчехаю, ты мой. Чтобы ничего никто не скрывал. Паспорт внутренний. Ага. Паспорт внешний, блядь. Загранпаспорт. Блядь, погнулся. Загранпаспорт. Угу. Разбитый. 15-й Pro Max разбитый. Шуха маленькая. Тут на гэп, а? Чёрт ебучий. Лень был держать. Так, здесь, да. Скажу, у тебя все зарядки. Это я новый купил, блядь. Вот у тебя старый, новый. Мне это очень плохая. Ну, зарядки в наименовании две штуки с чеком каким-то. И одна еще есть на 14, но там. Это не достаем.
Все, ничего нет. Это закинули, бля. Это что такое, Вася? Маху ты с собой модем носишь, бля. Неплохо, ладно, дружище, ебаная. Я не понял, нахуй ты с ним ходишь. Ну положи обратно. Настя сломанная, нахуй с собой нашли, не знаю, до сих пор не понял. Это что, как струбой? А, я починить его хотел в Москве. Не понял, все нормально. Брат, ты... Брат... Ты презерватив лежат в кладовке? Где, Вась? Вон. Ох, хуй, да это тогда, да? Понял, Кент привез. Вась, я знаю, куда их надо положить. Очки на чёрном. С тобой в камеру? С тобой в глаза не смотри. Аптечка, я его рот ем. Одеваешься, прошмандовка, блядь. Все, у меня кошелек с Патриком до сих пор нашел. Он тут 60 тысяч стоит его рот. Блядь, это очень смешно было, брат. Модем, надо взять отсюда. Ну, социализм не будет. Просто не перед кем, но все же. Ну, да, да. Ну, что, канал нельзя с собой носить, что ли, на всякий случай? Вы же не знаете, мы с вами. Конечно, блядь. Давай я модный приговор. А теперь косметичка Рената. А, ты, а, да, на. Типа этому сказал, да, косметичкой помериться? Уебищай, помыться, блядь. Мама, ебал, что это такое? Это надо отдать. Это пул? Надо отдать. Тут пул на тонировку. На эту карточку. Монбланк, братан. Маму, ты типа вы***ь с деньгами захотел? И паспорт. Иди да нахуй, блядь. Все, блядь, повы***ли, хватит. То есть меня треснул с г***ми. А сам деньгами вы***ь. Вася, у меня нету косяков. А я думаю, нахуй, блядь, мериться этим, блядь. Косметичками, да, что это? Парик. Давай, долбарик. Ебать, одежда не охуеть. Чё? Нет, все грязно. Это мой ремень. Ты чё, охуеть? У меня такой же ремень. Это мой, ну смотри, он. Оп. А, да, ты осторожный. У тебя Дольче Габбана? А, да. Я ебать, не одинаковый как будто. Ты чё, не разбираешься? Родители ушли. Беру вот это. И ты смотри, Твич. О! О! Давай. Поехали, нахуй. Делаешь час. Заносик, блядь. Чирик, блядь. Молодец. Будь здорова. Не болей, ты еще нужна. Главное, хламидией не болей.